приветствую вас. С точки зрения психологии, в аду вы оказались не случайно. И в некоторой степени сделали выбор сами в пользу того, чтобы находиться в этом самом аду. Поэтому для начала, опять же, с точки зрения психологии, нужно определить, что именно привело вас в ад. То есть, какие факторы, желания, стремления привели вас в ад. Каким путем вы оказались в нем. Что составляет ваш ад. Какие желания, какие потребности, какая нужда обуславливает то, что вы в этом аду находитесь. То есть не делаете выбор в сторону в пользу того, чтобы выйти из него, из этого ада, да? Вот. Дальше. Смотрите. Опять же, с точки зрения психологии, только от вас зависит, кончится ли это или нет. На самом деле. То есть вы ответственны за свою жизнь. Вы сами делаете выбор, ну, как жить. Вы, а не кто-то другой. И потому исходить нужно из этого. Счастье само по себе не придет, к сожалению. Если вы хотите быть счастливой, то нужно делать что-то для того, чтобы ею быть. Ну и, конечно, отдельным пунктом надо бы определить, что вообще такое для вас счастье, потому что очень, знаете ли, это такой элемент чувств, который не так просто определить, да, то есть не так просто выявить. Нельзя быть на самом деле постоянно счастливым. При всем желании нельзя быть. Вот. Поэтому счастье, оно на самом деле приходящее. Но его можно испытывать, и испытывать часто, периодически. Поэтому я полагаю, что и когда и если вы перестанете видеть источник ответственности в чем-то ином, кроме себя, да, когда вы именно в себе увидите источник и первопричину того, почему вы оказались в этой ситуации, вы сможете это все изменить. Спросить себя, что для меня, что мне не нравится, из-за чего мне не нравится, чем мне не нравится. Что для меня счастье, что мне нравится, чего я хочу. Понимаете? Это на самом деле не так сложно, как кажется. Вот. Главное, чтобы у вас была, ну, в некоторой степени, знаете, такая четкая позиция. Вот. По данному вопросу. То есть, чтобы это не было так, что вы ожидаете там от кого-то, да, что вот вы станете счастливой.
такого, ну, такого лучше не ждать, потому что можно очень долго проспать, понимаете? Вот. И в итоге не будет ничего. А я думаю, можно вам ответить с точки зрения психологии именно вот таким образом. А я надеюсь, что мой ответ был полезен вам, хоть это и не из области эзотерики, хоть это и не предсказание, но я надеюсь, что мой ответ все равно был вам полезен. А если у вас остались вопросы именно вот в том контексте, в каком я вам преподнес ваш вопрос, да, если у вас остались дополнительные вопросы, то я буду рад вам помочь, пишите в личку, я вам отвечу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.